Мой коллега Николай Корнеев сделал селфи с одним из самых ярких, пожалуй, представителей российской поп-сцены, с полуфиналистом шоу «Голос», с музыкантом из Магадана, который покорил буквально всю Россию, и со своей группой «Термейтс» недавно побывал в Санкт-Петербурге. Это, конечно, Антон Беляев. Стильная, футуристическая, атмосферная. Вот такими эпитетами описывают музыкальные критики музыку «Термейтс». Сенсация последних нескольких лет. И сегодня с нами, прямо в эпицентре, на репетициях находится лидер «Термейтс» Антон Беляев. Я приветствую тебя. Привет, привет. Первый вопрос. Приветствую тебя под таким серым петербургским небом. Скажи, вот такие подарки небесной канцелярии могут тебя вдохновить на написание песни? Во-первых, понятно, что вы готовились к нашему приезду сразу. Да, вполне могут, но, честно говоря, я по каким-то совершенно непонятным причинам пишу песни. Иногда случайно, и тут не обязательно небо видеть или море. Можно смотреть кирпичную стену. You are so beautiful. В марте был сольный весенний концерт в Москве, и прямая трансляция была в вашей группе в Фейсбуке. Наверное. Планируются какие-нибудь технически интересные моменты на концерте в честь пятилетия группы в Петербурге? И когда он будет? Он будет 11 ноября, если я не ошибаюсь. Да, 11 ноября. И, конечно же, там будут происходить всякие приятные. Мы все время немножко расстраиваемся из-за того, что до Петербурга мы не можем довести основную часть какого-то оборудования и показать все грани. Вот, потому что в Москве это как бы все на месте собирается. Но мы как бы совершенствуем свой сетап, и он становится более мобильным, поэтому в этом году будет чуть больше странного. Приехал ты в Петербург и сразу выложил очень интересное видео. Мы уже здесь. Интересное. Я здесь. Оно действительно очень интересное, друзья. Посмотрите его много раз. Да, длиннейшее и с сюжетом хорошим. Тебе Петербург навеял такое настроение или все-таки? Да нет, это просто. Я только проснулся, я вышел из Сапсана. И вот, извините, что я в очках, кстати. У меня просто еще спят глаза. Вот, я не пьяный, все нормально. I find there for me and it's plain to see. Left me standing here. Scars are showing still. Вот такие прекрасные строчки принадлежат автору Антону Беляеву. Почему на английском, когда ты будешь писать на русском? Во-первых, вы прекрасно читаете стихи. На самом деле, втайне я, конечно, пою шансон в небольшом кафе в городе Москва. Приходите на мои концерты сольные. Вот. У меня нету никакой проблемы с русским языком. Если бы это был не эфир, я бы еще и матерился. Я очень это люблю. Английский язык достаточно трансцендентальный. На нем можно очень расплывчато излагать мысли и... как бы каждый может достроить, там какие-то конструкции, придумать, о чем песня, вот, что для меня, в общем-то, важно. Пять лет творчества. Пять лет долгих лет. Главный итог, вот один, подведи. Я думаю, главное, что мы в «Термейтс» нет текучки, но мы не меняем кадров, и все эти 5 лет одни и те же люди. Расширяется, конечно, команда, но костяк как бы остается тем же самым. Это, в общем-то, главное достижение. И главный план на будущее? Мочить просто, фигачить. Ребят, ставьте чайник, мы выезжаем.